Всего планируется высадить без малого 10 тысяч штук рассады на площади порядка 300 квадратных метров. Цветники, как и в прошлые годы, будут разбиты у здания полиции и на центральной площади, сквере возле памятника Спекову и у ДК «Металлург». В создании композиций и для украшения клумб используются только холодостойкие, неприхотливые к нашим суровым северным условиям цветы. Виола, тагетис, цинерария, флоксы, петунии. Все это будет высаживаться. Единственное, что мы хотим поэкспериментировать в этом году, сделать клумбы в форме лоскутного одеяла. То есть каждый фрагмент клумбы будет своего цвета посажен. Допустим, красненький, беленький, желтенький. Надеемся, что это будет красиво, поскольку наше короткое лето, даст ли оно плоды свои, будет ли зелено и красиво. Но хотим все-таки, чтобы у нас была сказка цветочная получилась. Подрядчику необходимо выполнить довольно большой объем работы, и от того, насколько быстро ландшафтные дизайнеры справятся со своей задачей и произведут высадку цветочных культур, тем дольше кандалакшане смогут наслаждаться красотой хоть и мимолетного, но такого долгожданного северного лета.